Приветствую всех зрителей и подписчиков канала Уральская усадьба. Сегодня монтируем душевую кабинку. 1 на 2 на 3 высоту. Приготовились, начали. У нас здесь стоит уже павильон 3 на 6 с размерами. Также с одной стороны форточка стеновая. И с другой. Здесь у нас просто цельная дверь. 3 ряда грядок. Вот так вот все растет красиво. И здесь стоит бочка для полива. Шланг. Все это выведено. Все аккуратно, красиво. Растения подвязаны. Теплица уже 2 года. В том году ставили. Все аккуратно, красиво. Начинаем сборку, собираем заднюю панель. К ней вставляем и прикручиваем на прогоны вставочку на 400 мм. Дуга 600, будет в итоге 3 метра. Дуга также вставляется. И здесь крепится рамка под бак. И накручиваем все прогоны уже готовым отверстием. Сейчас сверху следующая панель, и потом также сверху еще прогоны, и завершающая дверная будет. Вот у нас собран полностью каркас. Здесь рамка, основа под бак. 400-миллиметровая вставочка, 600 миллиметров дуга по высоте, и того 3 метра получается в итоге высота. Задняя стенка, серединка, и здесь дверной проем. Все соединяется на кровельные саморезы 5,5 на 19 в цвет каркаса. Все, начинаем перекрывать. Монтаж летнего душа. Здесь мы уже перекрыли одну стенку, заднюю стенку. Здесь мы будем сейчас прозрачным поликарбонатом перекрывать. Со стороны двери уже перекрыто. Также установлен уголок в виде отлива небольшого. Также резинка торцевая уплотнительная будет устанавливаться. Здесь дверь. Дальше будет перекрываться крыша. Поликарбонатная крыша. Также с двух торцов здесь. Также там. Сейчас будем его переворачивать, чтобы закрепить оставшуюся часть, и поставить бак до установки самого поликарбоната. Иначе потом уже не засунуть бак. Сейчас мы его перевернули, душ, для закрепления вот этой последней стенки и поликарбоната, который идет на крышу. И будем сейчас ставить бак. Вот так вот устанавливается душ. Надо лист. И также поставили бак. И дальше это все будет закрываться таким вот способом. И останется его уже поставить на основании, то есть на брус. Покрыли весь поликарбонат. Также вывели вилку, так как бак идет с подогревом, и для подачи воды. Все прокрутили. Сейчас будем поднимать и ставить его. Дальше будет трапик устанавливаться и дверь. Установили душ на брус. Также все будем устанавливать. Трапик душа 340. Также дверь перекрывать. И останется установить душевой набор. Леечки, крючки, мыльницы, шторка. И также закрепили брус якорями. Здесь плохо видно. Труба также по углам. Такой душ 3 метра высотой, 1 на 2 с раздевалкой. Начали монтаж летнего душа. 1 на 2, высотой 3 метра. Также он идет с раздевалкой. Здесь трапик
брусок 30 на 40, крючки, полотенцесушитель, мыльница и также коврик идет, шторка, бак на 250 литров с подогревом, также дистен, уровень и вилка, и идет душевой набор. Так, здесь можно с этой лечки помыться и отдельно также здесь. Здесь. Не закрыли, здесь отдельно. Закончили монтаж душевой кабинки. Душевая кабинка габариты 1 метр в ширину, длину 2 метра, высоту 3 метра. То есть стандартно идет 2,60 и плюс 40 сантиметров вставка для увеличения высоты. Клиент высокий. Сваренная конструкция с профильной оцинкованной трубой 20 на 20, 20 на 40. Полимерно-порошковое покрытие, цвет шоколад. Фундамент брус 100 на 150 пропитан антисептиком. Поликарбонат белый. Новатора 0,75 плотности. И также на крыше только прозрачный, как парник. В душевой кабинке установлен трапик, скрученный из бруска. 30 на 40 лежит коврик, шторка, вешалка для полотенец, 2 крючка, установлен бак на 250 литров с подогревом, здесь провод, розетка, мыльница, душевая стойка. И плюс лейка. Дополнительно две лейки. Полностью душевой набор. На баке капилляр для уровня воды. Регулятор температуры. Все просто и надежно. И замочек. Нежненько, аккуратно. Все, подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы, оставляйте комментарии, заказывайте вот такие классные, красивые, надежные металлоконструкции. Также год назад был установлен павильон 3 на 6. Эксплуатация идеальная, никаких пошуркований, ничего. Все, всем пока.